Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В канун праздника в Махачкалинском управлении ЗАГСа состоялась торжественная регистрация брака, но чествовали не только молодоженов, но и пару, которая живет долго и счастливо друг с другом вот уже полвека. Подробнее в сюжете Карины Баталовой. Супружеской любви и верности, согласно сложившейся традиции, попрошу жениха одеть вашей избраннице в колесо. Торжественная музыка, белое платье и нескончаемый поток поздравлений. В канун Дня семьи, любви и верности молодожены решили оформить свой брак. Теперь межнациональной паре Кандауровых предстоит пройти рука об руку все радости и невзгоды. Хаджимурат кумык, Хадиджа в прошлом Татьяна, русская. Но это не помешало молодым людям встретиться и создать семью. В отличие от новобрачных, пожениться Елене Гамзату Айдемировым было не так просто. 50 лет назад не все с радостью приняли новость о том, что дагестанец хочет жениться на русской. Но молодые были непреклонны, и родители дали свое благословение. Теперь они празднуют золотую свадьбу и ни о чем не жалеют. Легко жить, когда рядом хорошие люди, хорошая супруга. Эти 50 лет проходят без всяких проблем. Очень много зависит, когда хорошая супруга рядом. Так что мне лично в жизни повезло. Мне кажется, и моей супруге тоже. Он автомеханик, она учительница. Знакомы друг с другом с детства, росли в Буйнакске. С юбилеем их поздравляют близкие. Трое детей, 8 внуков и правнучка. Образцовый пример дагестанской семьи. И все же, чтобы создать столь крепкие отношения, как признаются Айдемировы, им пришлось через многое пройти. Любовь, доверие и терпение – вот что всегда помогало по жизни. Если бы я не знала родителей ее, значит, Гамзат, все равно бы я не разрешила тебя. Она благословила, вот детство. Мы поженились, была свадьба в Буйнакске, но потом, значит, я переехала, поступила, и он следом тоже со мной поженились. Ну, люди наши, они все наши родственники. Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Но молодой праздник уже полюбился дагестанцам. Как отмечают в Махачкалинском ЗАГСе, в столице с каждым годом среди молодоженов все больше желающих заключить брак именно в этот день. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала.